А теперь любопытные кадры из американского штата Луизиана. Внезапно несколько деревьев начинают опускаться под воду, а затем исчезают вовсе. Дело в том, что в Луизиане находится бассейн соляных отложений. Их размывает вода, и из-за этого происходит гигантский провал грунта. Причем огромная яма разрастается с каждым днем. Тем не менее, власти утверждают, что пока расположенные рядом населенные пункты вне опасности.